Вино очень чувствительное. Не подается через декантер. Нужно открыть его и немедленно налить мацубари. Сначала вино представляется этикеткой к гостю. Дальше объявляем название. Бла-бла-бла-бла-бла. Потом обрезаем фольгу чуть ниже горлышка. Поворачиваем нож, не бутылку, чтобы этикетка всегда была перед гостем. Протираем пробку, чтобы убрать возможную плесень. Дальше штопор. Когда он надежно закреплен, вворачиваем его в пробку на первый поворот. Подтягиваем пробку. Дальше на второй поворот и повторяем. Затем подтягиваем пробку рукой, чтобы не было агрессивного щелчка. Извини. Мне этот звук нравится. Объявляет начало вечеринки. Походу, вечеринки не будет.